поснимай там хорошенько. Очень внимательно. А я съем. Ну, ёлы мотала. Ёб, пожалуйста. Что, вы ходили туда? Там, смотри, что-то, блин, какая-то... Ну, не откроешь ты её, Саша. Да ладно, мы её открываем. Я на шоковыре очень... Это... Фала не в машину двигать. Сюда, сюда, сюда. Ну а сейчас Сергей Викторович Ярцев отправится под землю. Подожди, это вот по этой 500-ке надо туда фигачить, что ли? Да ладно. Да мы лазили. Да не, серьезно? Серьезно. Да не, ребят, ну я там не, ну я не готов. Подожди, в ту сторону вверх уходит 500-ка. Дим, возьми. А вниз? Вниз, маленько ключи. Ну что, давай. Не, ребят, я не полезу, знаете, туда. Как ты говорил, они немножко там, да, с приветом или что? Да, немножко просто, ну, были бы у меня сапоги, там, знаете, все, но сейчас вот я... Ну, я полезу. Ну, мне просто сапог не стоит. Это они вдвоем пускай лезут. А ты, это, привяжи их под веревку. Саня, что ты без веревки полез, что ли? Да, конечно, что тут на руках тянуться. Итак... Серега отправляется вниз. Второй пошел. Сволочи вы. Поснимай там хорошенько. Очень внимательно. А я съем. Ау. Короче, я тебе потом тут роллер запилю. Да, ну, потом запилишь. А что сейчас не запилишь? Не, сейчас я не буду. Не, там даже старческий ход, до него дойти надо. Да там чуть-чуть, Серег. Там немножко, ага, мелочи жизни, метров 100. Там немножко на коленках, а потом на брюхе, а потом нормально пойдет. Все, Серега. Да, давай. Удачи. Да, удачи. Сереж, аккуратно. Все, пошли. Пошли, пошли сейчас. Я видюшку тоже запилю. Сейчас, ребят, конечно, темно. Как у недра в хижине. Ну вон там вот у нас наш уже дружище Сергей Ярцев ползет. Данила Давыдов остался наверху, и мы с вами находимся в Смолиговом ручье. Мы забрались в одну из катакомб Смоленщины и поползли вперед. Это, Серег? Да. Сразу скажи, ты по самочувствию как? Нормально. Просто я к чему? Другого выхода нету. Да понятно. Здесь можно отдохнуть немножко. Подожди, я еще лезу. Да я тоже дома боюсь. Короче, народ, для нас сделали спуск под крепость, под Смоленскую крепость. То есть я залез в ручей, и мне сейчас нужно проползти где-то метров 50 и там выйти в старую трубу кирпичную под крепость Смоленска. Мы сейчас с тобой находимся в Смолиговом ручье. Это место... Включи свет. А он чего-то у тебя... Да-да. Сейчас попробуем. В общем, мы находимся в Смолиговом ручье под крепостной стеной. Серег, как твое впечатление? Ну, отлично все. Вот он, вход. Вот крепостную стену. Народ, я исполнил свою мечту. Прополз по ручью 200 метров. И сейчас я нахожусь под крепостной стеной города Смоленска. Это Смолигов ручей. Древнейший ручей города Смоленска. Вот они, арочки. Вот это наша крепостная стена. Смоляне. Вот они, арочки. Сань, посвети внутрь. Ага, давай. Друзья, посмотрите на Сережу. Вот. Вот так выглядит наш Сережа после того, как он вылез
из подземелья. Рассказывай, что там видел. Слушай, ну реально побывать не в Смоленске, а под Смоленском, в старом ручье, который там, ну там ручей, короче, идет через несколько коллекторов, там есть и 20 век, и мы подлезли уже под стену. То есть, Даня, я был в коллекторе 17 века, это вообще охренеть можно. Ну ты заснял же все? У меня погасл фонарь, и поэтому только внутренние впечатления. Нет, частично снято. Хорошо, ребята, приедете в следующий раз и снимите уже под хорошим... Короче, народ, я был под Смоленском.